посмотрю. Ну, ничего, так более-менее сойдет. Всем привет, дорогие друзья. С вами тут Импалт и... Изибалка. Изибалка. А порадостней. А что мне порадостней? Мы что, завалили глаз, что ли, чтоб я радовался? Ну, да, сегодня мы будем опять пытаться завалить глаз, потому что у меня в кармане нашелся глаз. И нам будет весело. Наверное. Вот вы нашлись бы силы. Вот у меня, смотри, что делает этот маляр, или как его там, блин, штукатур по лестнице, не башни ходит, он с кисточкой. Ну, он это, как его, смотри, смотри, он еще в натуре, блин, вот он недавно на третий этаж зашел. Он так ходит туда-сюда. Это, короче, квест будет для него дойти до верха. Такое ощущение, как будто он тут красит сидит. У нас сейчас начнется очень длинный эпизод фарма всяких руд, прибамбасов и всего такого. А давайте пока заключим пари. Дойдет ли он, ну там хер его знает, до вот этого этажа, до конца серии или нет? Я не знаю. Пишите там что-то в комменты, лайкайте, дизлайкайте, спорьте с друзьями на 100 рублей, напивас на шашундос, пока еще есть лето. Вот, а мы пойдем копать руды, собственно. Потому что бегать в серебряном и... Чё там у тебя? Какой свинцовый сет? У меня штаны ниндзя, рубашка ниндзя, шлем ниндзя. А, ну, грубо говоря, в двух серебряных сетах не камильфони. А слышь, сейчас ночь будет. Ну и что? Ну ладно. А мы чё всё время в эту пещеру ходим? Может, что-то новое? Ты хочешь найти другую пещеру? Просто эта пещера как бы дома. Но мы можем сходить сейчас куда-нибудь в пустыню, там, у нас же слизняки есть, мы можем преодолеть целую пустыню. А ты, кстати, его как покрасил? Ну там же, вот где это окошко экипировки, там есть краситель напротив. А-а-а, тема. У меня хреново тонны красителей, хочешь поделить? Давай. Ну потом уже. Ну ладно, а почему не на слизни прыгаешь? А, точно. Ну что, я сейчас убегу вперед, а ты будешь прыгать. Кто быстрее? Ну конечно ты сейчас меня догонишь, потому что ты же хост. Опа! А, кстати, он не тонет в воде. Кто, слизень не тонет в воде? Да. Ну так слизень же. Вот, короче, погнали, сгоняем нашу пустынную пещеру. Только смотри аккуратно, там летает очень много гадов. Летающих. А еще бы я... А ладно, без лестницы можем обойтись. Блять. Ай, больно. Ай, больно в ноге. Не падай никуда далеко. Ой, все, жуков каких-то слышно. Всего. Так тут же еще будут черви, только большие. Такие, которых... Которые из арка, да? Да, в натуре. Они похожи. Ну, да, я уже это убедил. Слышь, это вот надо было в арке так приколоться, вот из террария вот вырезать, и мы пошли в пещеру подземную в арке. Помнишь, когда на это, на скорочи пошли в пещеру, вот это вот надо было вырезать, вот сцену из терки. Помнишь, да? Конечно. О, я помню, там этот голем еще был, мы его обходили. Я помню, как он меня ухерачил, я улетел далеко и прям далеко. На край приземлил. Ну, понимаешь, не разбился, не упал туда в пропасть, а тупо вот на краешек на самом деле. А там еще, я не помню, падал ты вниз или не падал. О, а это че? О, вот это, кстати, выкопай, из этого можно будет броню сделать. Она, в принципе, лучше, чем... Что там? Ага. Значит, нам надо кирку получше. Не особо оно хочет копаться. А ну кирку нам надо лучше. Брёх ты, муха. Кремтановую. Бля. Так, куда не идем, там тупик, идем вот эту летающую херню за... Ебать. Так, серебро. Ну, можешь скопать. О! Так, ну-ка. Да бля. Блин, я зашел и вышел в него. Я тоже. Ну чё тут, и зонт, медный слиток, сюрикены, хочешь сюрикены? Да нафиг они мне нужны. Зелье ночного зрения хочешь?
Зелье собирай, в принципе. Ну тут это зелье возврата еще. Ну оно нам не нужно, ну ты знаешь, собирай. А ты этот забрал, да? Кого? Статую. Да я, да, пособирал. Ну ты собирай, если ты еще кого захочешь позвать к нам, то понадобится челику зелье возврата, так как зеркало-то всего два у нас. А я зеркало уже продал, да. Стоп, у нас что, было три зеркала, что ли? А я нашел вместе с глазом еще зеркало. Вот зеркала нельзя продавать, это незаменимая вещь потом, если что. Придется новый мир создавать, там вот это бегать их искать. На новый. Ой, бля. Ну не, ну они такие прочные. Ну это летающая фиговина, бегающая она, блин, о, это... Привет. Прочь. Бля! О, я ей через дверь открыл, ничего себе. Красава, могу... а там? Видишь, штука стоит, собери ее. А там ботинки, короче, Какие? Ну, зеленые ботинки, короче. Ну, у меня получше. Они у меня А, кстати, возьми. Они будут лучше, чем твои. У тебя же не простые, не зачаренные. А, у меня прикол в том, что шквальные ботинки. У меня синие, а это зеленые. Ну, я знаю. Но они, по сути, если бы они не были зачаренные, они были бы одинаковые. Ну, типа того. Хотя... Я могу бегать супер быстро, а это просто... Супер... Чё? Супер, а это просто супер быстро, да? У этой еще плюс 2% к бегу. У тебя же обычные. Что за дичь? Там тебе херня идет. Ну я не знаю, я давно не рылся по Вики, чтобы точно знать, какие из этих быстрее. Да синие быстрее же, нет. Синие у улиток. Всегда что ли? Кстати, ой, так, куколку надо будет продать. Блин, в натуре весь инвентарь во всякой дичи. Так что ж ты бегаешь со всяких... Ой, ой. Ты... Блин, а меня-то чё тут за... Не, знаешь, что мы сейчас с тобой сделаем? Или кинуть динамит, или нет? Не, динамит не кидай пока что. Вот я бомбами прокладываю, но тут не... Тринадцать врагов, ты муха. Давай мочи ее тоже, у меня урон не такой большой, как... У меня небольшой, у меня высокая атака. Бляха. Блять. Опа. Хуй. И сразу таки. Блять. А чё там? Опять ботинки зеленые. И чё ещё? Ну и слиток серебряный. Нам надо статую собирать. О, слышишь, статуя призрака, во. Люстра? Чё люстру не берёшь? Так у меня, ты думаешь, у меня есть куда брать? Я же уже всё пособирал. Ну, бляха, весь инвентарь засрал. Сейчас придётся выкидываться. Вот стрела Джестера, это классная вещь. Ты знаешь, ну она простреливает, короче, много народа. Протыкает. Если ну давай сейчас проверим. Стрела. А, так нет. Ты выкини из амуниции все стрелы и джестера. Стрела джестера. Давай. Вау, стрела джестера. Но она из звезд делается, так что не трать. Вот тебе и стрела джестера. Звезды мы не так часто собираем, чтобы раскидываться. Они у нас сами падают. Ну, у меня 200 из 200 уже маны. Блять, а! Бумеранг! И ты еще знаешь, в чем прикол этой игры от Арка? Тут сколько бы ты мобов и боссов не убил, тебе не вылезет сверху надпись «Повышение уровня, откройте свой инвентарь». Не-не-не, но у тебя не вылезет надпись «Открыт хэк», это раз. Во-вторых, у тебя не вылезет то, что у тебя новый имплант. Блять, какой глюст. Ну да, в натуре глюст.
Там вон руда сверху торчит, что-то ее не скапывает. О, ебать, а я не заметил. Блок, чего, блин? Блок затвержил песка, это не руда. Это полезная штука. Затвердевший песок. Затвердевший песок. Не, нахер он нужен. А вот, вот эта вот штука, которая у нас сейчас не скапывается, из нее делается броня. Она, ты же собрал ту... А, я его собрал. Обогатитель, короче, верстак есть. Она обогащается, так сказать, на этом верстаке. Из нее получается спрессованная там какая-то хрень. И из этой спрессованной хрени получается потом броня, которая лучше, чем наша ныть. Вот такие пироги. Не прыгай. Нет! А ты куда? А, ну ты... Я все забрал, отлично. Чё ты забрал? Там еще, я не знаю, я не увидел, что я забрал, но я все забрал. А что там было-то? Сейчас я заспавнюсь, скажу, я что-то не могу открыть. Чё ты полетел-то как ебанутый? Ну потому что я туда бомб накидал. А сундук-то не взорвется, алё. Я испугался. А что я взял вообще? Это не арк. Так, блин... Шипастые ботинки я взял. Шипастые ботинки? Зря бежал, короче. Да дичь, ты, короче, чтоб по стенам ползать. Не ползать, а соскать. Но нам-то она сейчас уже не нужна. У нас эти крюки есть, в принципе. Типа, ну заодно теперь... Сейчас скину все дома. Ёба. Все вот эти зелья поскидывают. Ёба! Ты, кстати, не помри там без меня, потому что тебе надо продержаться до моего прихода. А ты чё, идёшь, что ли? Нет. Сейчас я же говорю, я скину всё по сундукам. Мне пока весело. Скину всё, потому что, ну, вообще, короче, некуда собирать вещи и всё такое. Блях, ты муха. Блях. Ну я только хотел уже тэпаться. Ну ты прикинь, я сука, не успел достать ебучую зельку. Ой, молодец. Ну давай я тебя жду, пойдем. А, давай этого призывать. Да не, у нас же... Да не завалим мы его внутрь. Да завали. Да не завали. Да завали. Я видел, как мы его заваливали вот до этого. Все будет тоже. Давай завали. Так если не завали. Иди домой, сейчас завалим. Сейчас ему пояснить. Да ну не. Ну. Вот боже, что с тобой делать? Ну давай попробуем, давай попробуем. Бляха. Иди отхилься только. Надо статуи все поставить. А стоп, сейчас ночь нормальная или чё? Она только начала. А. Сейчас. Кирка из Майнкрафта 2. А, меч из Майнкрафта. А. Блять. Сука. А. Ты хочешь завалить глаз, или ты просто прикалываешься? Я его завалю. Ну давай, иди, отхилься быстренько. Блять, а точно ночь, не день? Да, ночь, она только что началась. Вон там луна, что поднимается. Поднимается, у меня расцветает. Не, не ночь. Музыка ночная, алё. Не, это не ночь, блять. А, не. Пиздец. Так я просто сидел, я же в этом в снежном биоме одна музыка, что ночью, что днем. Ну да. Ну что ж, друзья. Представляете, товарищи, я тут вел прекраснейший монолог, думая, что запись идет, пока он базарит по своему телефону. Аммонитовая гриба-рыба. Что? Поймана на полях светящихся грибов. Блять, ну он и задание тут дает. Это надо сейчас. А, надо найти грибной биом. Что?
Ну вон к этому, к наркоману мелкому подойди, он вон рыбу просит, там анитовую, гриба-рыба. А ты знаешь, кстати, что мы не до конца спустились в нашей старой пещере и пошли вот эту новую пещеру? А там до конца лава, я уже спускался. Так это ж круто. И чё? Просто лава. Ну, просто ладно. Дыра с лавой. Больше ничего. Да не может быть, чтобы там просто дыра с лавой была. Нам надо подвести туда воды, до хера воды, слить это туда и повзрывать, короче, обсидиан, потому что платиновой киркой мы его не добудем, да? Вообще, знаешь, чем мы сейчас пойдем заниматься? В попу эти все копания, пойдем, нафиг это, призывать босса. Только другого. Другого. Мозга Ктулху пойдем призывать. Ты потому что нам ебанулся? Нужно. Да, он такой же, как глаз, или даже слабее. Да, он не слабее, он, блядь, сильный, да пизды. Он телепортируется, как негр. Не заспавнился. Блядь! Слизня призыв. Почему мне так страшно? А мы его не завалим. Я ж тебе сказал, блядь. Ёбаный рот! Потому что я тебе что сказал делать? Стоять наверху. Ты куда пошел? Ко мне. Теперь, что это получается? Идите мне нахуй, вы что пиздили такой? Сейчас попрыгаю пока пистолет ставлю. Ебать. Давай, нахуй нас. Да не улетаешь, ты ж, наверное, далеко, он сейчас пропадет просто. Я ему, блядь, пропаду, нахуй. Ну он у меня пропал, когда я в космос на нем улетел. Я помню. Давай, сука. Давай. Ну помнишь, наше зрелище не из приятных. Мне кажется, он сейчас разозлится, блядь. Знаете, сука. Ну, действительно. Знаете. Нормально, быстро. Уже. Я ж, вот его мы, блядь, иди нахуй. Блядь, кусается, сука. Кусается. Ёб твою мать, нафиг. Ты далеко улетаешь, я не вижу, куда стоит. Блядь, а гасим-то успешно, слышишь? Блядь. Ты ж понимаешь, что твоя основная стреляющая сила не видит, куда стрелять, потому что ты высоко. Сука, да мы его сейчас завалим, блядь. О, в смысле упал метеорит? Он упал метеорит. Блять, на тебе, сука. На тебе. Надо захилиться, надо захилиться. Блять. Ну я захилился, не сука. Не, ну похуй, затащили. Дай его и скажешь мне там, чё. Есть путного? Добьёшь, твою мать. Да, наконец. О, стой, там два мешочка выпало или сколько? Мне выпал один. У меня второй мешочек валяется. Ну вот я ж про что. Блин, это вот классно сделано, то, что каждому свой мешочек. Вот у меня там мой мешочек валяется, который ты не видишь, да? Ну, наверное. Ты его не видишь? Да, видать, не вижу. Потому что мне дали мой один мешочек. И мне дали мешочек. Триндец, я даже не знаю, что мне. А, знаю, что мне снять. Я вот эту слизняковую херню сниму, и вот будет у меня классный щит, который может делать. Чем? Это, короче, знаешь, как быстро. Вот ты просто вот так вот разгоняешься, да, долго для ботиночек, а тут ты щит нажал и побежал. Он просто... Так, я пока продам кое-что, чтобы нормально распаковать мешочек. Красиво, чтобы его распаковать. Наш спас. Распаковать. Да там, в принципе, одно и то же должно быть. Не, ну я не знаю, что там выпадет. Так, книги продам. Зонт продам. Сапоги продам. Гранит ничего не стоит, прикинь. Гнилая вилка продам. Я бинокль выбил еще. Так, бинокль. Вообще ужасная вещь, как ей пользоваться. Так, блин, столько дичи, снег, бери. Я его за 3 монетки продам, нафиг. Ч,
сейчас надо будет серьезно подумать, что я убираю в ящик, а что так вот продам. О, багряный камень. Из него тоже можно, между прочим, делать что-то. У тебя должна быть кремтановая руда. Так. Угу. На. На. У тебя руда кремтановая есть? А я еще мешок не развернул. Я да разворачивай ты уже свой мешок. Давай я это за тебя сделаю. Не-не-не. Блин, мне давно 20, пора было разобраться. 20 слитков кремтана за 8 золотых монет продается. А? За 8? За 8. Ну не смей их продавать, они нам понадобятся. Так вроде сейчас распакую. А чё я пошел? Давай распакую, я подальше встану. Мешочек. Нажмите правый. Ну, опа, щит Ктулху, семена багрянца, кремтановая руда. Вот эту руду скинь сразу мне, потому что я на нахуй. Что нет? Я же все равно как бы рудами заведую. Никакими ты рудами заведуешь, я знаю прекрасно, что это за штука. Вот так, больше. Позволяет нет. Игроку бросаться на врагов дважды, коснитесь направления. Так. Но она также еще помогает манить, грубо говоря. Что помогает манить? Манить. Да, а ты что не знаешь? Да, но это туда. Сейчас бы не знать, что такое манить. А, стоп. Как там помещено? Ячейка украшений. В ячейке украшений ничего не действует. Армия гоблинов. О, отлично! Прекрасно! Ё-моё! Подожди, запад это у нас справа. Во. Погнали, ждать их справа. Так, это ж ё-моё. Пусть нападают, я их жду. Так не, прикол в том, что мы потом в пещере где-то под нами найдем гоблина связанного. Я у него наконец-то перекую это. Это я знаю, чувака. Так, у меня этот щит сейчас как украшение. Ну ты дурачок, поменяй его на что-то другое. А на что? У меня все нужное. Охранный радар. Плюс 4 защита. Ух ты ж, блин. А что еще у тебя? Браслет регенерации, сапоги, королевский гель. Да меняй его на гель или на браслет регенерации, нафиг оно. У геля, ты знаешь, такая же защита. Да приближается запада, я понял уже. Но у геля такая же защита, как у этого щита, только гель же драться нельзя. Воу. Вот я что. Воу. О, вижу, бомжи прибежали, немытые гоб. Ох, нате, нате. Блин, а мне нравится, нате. Где мой шлем? Я скрою свое. Подожди, да, я лицо. Ага, так, на. Я одел свой шлем для Эльзы. Война! А, за Альянс! За Орду! Аниме комьюнити поймет меня, почему я так хочу убивать гоблинов. Ну да ладно. Ой, что-то они здесь. Что это ублюдка? Эй, слышишь? Да. На те. Мне нравится, слышишь? Ну ты знаешь, лучники, они наверх стреляют и дамажат тебе чуть. Блять, спасите. Че, тебя убили? Я еще держусь. Ой. Опа, хп. Опа, пошел нахуй. Блять, их много. А я умер. Ты все еще умер? Ну да. Помогай мне воевать, у меня хп мало. Мне надо отхилиться. У тебя, блять, акула целая, нахуй. Я их сейчас с пистолета гашу, нахуй. Молодец. Чертей, нахуй. Я на акулу сам на себя. На.
На. Ёбаный рот. Блять, это весело. Блять. Сука, лучник. Лучников нахуй. Лучников, блять. Что-то ты не смог. Что-то пошло не так, сука. Ты идешь все ближе. Там целый гарнизон лучников. Они стрелами стреляют. Блять, деньги. Ничего себе ты там с собой таскал, ты шо? В смысле? А в смысле гоблины в доме? Сколько у меня там? 6 монет золота. Слышь, отдашь? У меня их вообще нет, у меня 11. У тебя и так их много. Блядь. С чего ты это взял? Я еще допродавал кучу барахла, чтобы... В смысле они дома? Ты че, их в дом впустил? Их дома, да хуя. Как с тобой вот можно... А в смысле я? Я? Нет, медсестра! Черт! Объявляем всеобщую мобилизацию. Че они дома-то забыли, блядь? Черти. Думаешь, я знаю, что эти черти забыли дома. Они двери умеют открыть. Пиздец. Шесть монет золота торчишь. А че я их торчу? Ты ж мои монеты подбирал. Черт. Блядь, черт. Магически. Блять, вот сука, собаки. Блин, нахуй. Главное, чтобы они этого рыбака не убили, потому что он же ж один раз всего лишь. Блях ты, муха. Пиздец опасно. Они со всех сторон. Блять, вот медсестра самая беззащитная была. Так, я и жду. Самая полезная в конечном итоге. Блять, вот без нее. Без нее будет худо. Блин, пипец их много. Ты дом охраняешь или что? То это будет изи фарм денег внутри. А, то есть вот откуда у меня было. Ну, конечно, вот это вот по 10 урона, это не о чем. Блин, медсестру жал, когда появится. На следующий день или сегодня даже. Но не прямо сейчас. Блин. Вот они, конечно, говнюки. Гоблины же. Блин. Ай, стрела, вот прилетела. Ой-ой-ой, нет. Тихо. Я отойду. ХП вообще нет. 2 ХП. Да твою мать. Да. Ну да, опять ты подберешь. Конечно. Заколебал. Какой же я авантюрист без денег, а? Подбирает, да подбирает, а. Вот если бы этот щит еще, конечно, от стрел защищал, а не вот так просто висел там на мне. Ох, вот это жестко. Да блин, где там моя пуля? Ну, опять же. У меня 1 хп просто был. 1. Я этого жду. А чё, не дождешься? Уже с гоблинами я воевать умею, чё уж. Тут наука невеликая. Угу, со своей. Ага, умеет. Так я влетел. Я влетел прям, а ну и шо ты идешь, там 2 монеты всего лишь, это не 7, которые ты... Ну и чё? Все равно деньги. В любом случае, это твои деньги. Ой. Так, вот лучники самые опасные. Ну, кстати, да.
Тактика показывает. Да блин, а. Больно. Опа. Вот это заблокировал. Не, ну это конечно жестко. Я не думал, сейчас что поиздеваемся над этими уродами. Я не думал, то, что они зайдут с твоей стороны. А они именно зашли с твоей стороны дома. И дали нам по жопе. Хм, они опять вдумали. Дом, 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 в дом, иди в дом. Ёпка. Ща бомбу кину, слышишь? Не, какая бомба, ты чё? Я ж прикалываюсь на тут. Не, значит, в доме он машет своим бумерангом, на улице он на слизни пробит. О, ничего себе. Фига там припёрлась. На туре звозан бомбу. Я пока в доме посмотрю, в обстановку. Мучник зашел в дом. Они тупо, я вот на них прыгаю, они мне попасть по мне не могут. Ай, ну, ай, уже ты... могут. Да блин, а... Ай, ладно, они, в принципе, не косые, ребята. Да они не косые, да. Да что ж вас... Да что ж ты будешь делать? Идите в каку. Ой, боже, стрелы-то. Не могу, их тут что-то слишком много. Как... Пипец их тут. Кто их там понаплодил? Да, ну, вот тебе эксперт. Ну, а еще эксперт. О, так, у тебя в доме... Ага, телепортировался. Такая музыка, конечно, ну, вообще ужас какой-то. Я думал, будет что-то так. Блин, а... Чёрт, опа. Да. Тихо, 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 иди нафиг. Тихо, тихо, я сказал. Трындец, мансю, как бог. Тихо. Да их много очень. Чё я такой медленный стал, мне вот не болит. Я пока пытаюсь защитить дом. Бумерангом. Да нафиг, там целый отряд этих лучников был. Моя акула там тоже не особо справляется. Ну они, конечно, офигели. Вот как они тут-то заходили в дом, этого я вообще понятия не имею. Надо будет, кажись, гробы новым убирать. Воу. Слышь, вот эти вот еще опасные. Колдуны. Да нифига они не опасны. Они, у него пока долетит этот шарик. Ну, если, конечно, быть внимательным, как я, то вообще изично. Ну они назойливые. Так вроде на 85%. Не, ну у нас есть потери, и это плохо. Да, среди личного состава. А вот ты прикинь, если босс какой-то припрется. Так, опа, один на один с лучником. Сейчас ты просрешь возьмешь. Нет, ой, их два. Вот лучники. Ну, теперь один на два, да? Так, я сейчас это. У меня есть тактика против лучника. Это дверь закрыть. Вот лучники, офигеть их много. Блин, а. Слышь, лучников очень много. Тысячу, я уже больше 1000 патронов по ним всадил, зверинь. Хорошо, что я купить. Так, закрыть. Опа, дверь закрыл. Так, ага, ой, тут этот появился колдун. Да, ну и шо, не можешь навалять какому-то колдуну, ну ты слаб. Да я не слаб, у меня жизнь не осталась. Тут лучников очень много. Думаешь, у меня их нету? Конечно нету, потому что я их всех уже поубил. Нет! Тихо, только не тот дом, вы чё, ребят? Какой дом, чё там? Торговец, гид, они там сейчас ниже спустятся, убьют нафиг этого мелкого. Мелкого. А где мелкий? Стоп, кого мелкий? Они убили? Они уже убили кого-то?
Да, они убили гида и торговца, но то же самое, беспомощных, короче, ребят. Я был мертв. Ну, конечно, дед, тебе оставить охрану дома нельзя. Гоблин Пунтер. О, дриада, отлично. Это кто? Это баба в зеленый. И ты пойнер взял, ты чем натуришь? Где это чмо? О, золотая монета, классно. Угу. Блин. Да, классно. Итак, что мы в итоге имеем? 25 золотых. Да каких 25, ты чего вру? 27 золотых монет? Нет, опять вру. 28 золотых монет. А немного ли? Ну, как тебе сказать? В принципе, достойная награда для такого авантюриста, как я. На, возьми вот это вот. Сувенирчик, так сказать. Можешь взять мою шляпу мира. Я ее ношу, когда все хорошо. Блин, вот жалко этого. В натуре, а кому теперь продать вот эту беспорядку? А, во, уже новый. Какой это был? А, вот у нас старик теперь в твоей башне живет. В башне? Там он туда просто упал. Так, подрывник есть. Это хорошо. Я хочу для дриады построить отдельный домик. Четкий такой. А шоу. Она знаешь где? Но, она идет из леса. Чего? По карте посмотри. Оу, а шо? Она заселилась в тот домик, который а стоит. Мы же там заселилась? Не сломали. А мы же не сломали там ни дверь. Там мы же сломали. Да нет, не сломали. Ну, я ж тебе говорю, не сломали ничего. Блин, просто, надо её сломать. Я для нее хочу дом классный построить. А, кстати. У нее, слышь, что? Вот пусть она идет к нам домой, это раз. Во-вторых, у нее же можно покупать мешки и с помощью этих мешков делать вот эту вот кровавую землю в камень и ломать киркой до сердца. Ты собрался это мешочками делать? Да, это шизи. Эти не гранаты не забыл. Долго ты будешь мешочка. А, ну если в этом плане, то конечно да. Так ты долго будешь мешочками. Лёд, 776. Во, а теперь нам надо... Теперь надо идти в пещеру и искать этого гоблина. Гоблина, блин. Не, ну армия гоблинов жестко обошлась. У нас нет ни сестры. Ну а что ты хотел? Нету война, колечко. Она такая, она никогда не меняется. Так, на вообще приедут? Ну уже не сегодня, сейчас ночью не приходит. Не, ну вообще мы нормально так сегодня мучаем. А, ну я ж мелкого не прибили, потому что, я ж тебе говорю, он один раз приходит всего лишь. Ну так было, по крайней мере. Мутим-крутим мы нормально. Он у меня как-то один раз умер просто. Не кишки разлетелись, а он просто как дух пропал, взял и все. И не заселялся ко мне больше никогда. Ну, видать, понял, что из меня такой себе квартирант там. Какой квартирант? Квартирмейстер. Ладно, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не пропускайте новые серии Террария. Ну что ж, пора нам заканчивать. Всем удачи и всем пока. До свидания.